вот приехали мы на ВДНХ. Теперь это называется ВВЦ. Нет. Нет? Переименовали слово в выставку достижений народного хозяйства недавно. А тут было написано ВВЦ. Это еще поставили. А что такое ВВЦ? Всероссийский выставочный центр. Но мама говорит, вот переименовали обратно в ВДНХ недавно, к 80-летию. Или сколько там ему исполнилось? Смотрите, это Макс. Я их не видела. Я видела. Я красивые, да. Красивые. Столько народищу вот сегодня. А ну сегодня суббота, потому что. Какие тут цветы красивые. Такие крупные цини. В середине такой комплекс. А это что за цветы? Сентябрины, что ли? Кто знает, разбирается в цветах, пишите. Будем узнавать что-то новенькое. Какие фонтаны тут летом работают. И цветы, розы. Какая красота. Дальше можно не ходить. Смотрите, какая красота. Союз Советских Социалистических Республик. Вот приехали на ВДНХ, гуляем. Как погодка? Маме все хорошо. Сегодня как-то музыка такая тоже старая такая, скажем, так скажем, но не советских времен пока. Так вот пришли, была какая-то Лещенко что-то запевал, а сейчас такая. Ла-ла-ла. Ну вот сидим у фонтана, дружба народов, да? Мама кушает, Настя хочет кушать. А злая мама не дает. Злая мама не дает. Надо найти нам место нашего обеда. Пристанет. Ну, рассказывай, что мы. Где мы? В Москве? Итак, мы находимся на фоне фонтана дружбы. По центру идет такая девчина. Потом русская девчина и белорусская девчина. Все по центру, все нации в одну. Даже несмотря на такую погоду, достаточно темные облака повисли над Москвой. Все равно хорошо гулять, все равно хорошо куда-то выехать, отдохнуть, какую-то такую перезагрузку сделать. Да, мама? Thank you.
получается. Рынок. Барахолка. Ну, фигня, фигня. Разве что вот эти какие-то старинные советские плакаты. Очередной магазин. Ну да. У которых во всех подземных переходах. Хохлома. Пошли, это не для нас, это для иностранцев. Бульбяная мама захотела драников, но драники стоят 180, по-моему. Вот такие драники. Белорусский павильон. Что-то выставка. Как нынче выглядит Беларусь туристическая. А также белорусский трикотаж продается. Всякие белорусские товары. Интересный такой павильончик. Маме вон платьишки понравились льняные. Ну-ка покажи. С птичками. Вижу. А тебе вот с петухами. Ты же любила с петухами такие. У-у-у, какие. Ну-ка покажи. Класс. И это лен, да? И сколько стоит? Лен. Тоже, наверное, 1500. 1500? 800. А вот эти 800. Ну, оно не попроще крой. Ну, может быть, да. А вот это вот покажи. Вот это покажи. Какое? Цветное. Да. Красиво. И вот еще с подсолнухами. С маками еще. Достань вот это. Маки люблю очень. С васильками. Красивое, да. Но почему-то на верхушке нету ничего. А вот еще с подсолнухами покажи. Вот. О, прямо типично белорусское такое. Украинская больше. Классно. Украинская, думаешь, подсолнухи. Ага. Привет. Осколки солнечного дня. Подсолнухи. Ну да, тут нас меня. Наташка Кралева вспомнилась благодаря этим подсолнухам. Вот белорусская девушка со снопом. Самое главное, что в маске. Что? Чисто по-английски. И цена 8000. 80 фунтов. Зато вон монеты. У меня были железные рубли. О, смотри. Так только новенькие. Ну вот мы пришли к фонтану «Каменный цветок».